В Одинцовском округе уже открыт 231 участок для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Главный день состоится 1 июля, но уже с 25 по 30 июня можно исполнить свой гражданский долг. На одном из участков в поселке Сосны проголосовала Марина Юденич. Для меня, как для человека, который пережил в сознательном возрасте 91 год, самая важная поправка – это поправка, защищающая территориальную целостность России. Я уже один раз пережила распад моей страны. Это был очень тяжелый опыт для меня. И это такая, знаете, не побоюсь слова, это, в общем, травма была такая достаточно серьезная у моего поколения, а тем более у старшего поколения. Поэтому этого я пережить не хочу. И тем более не хочу, чтобы пережили это мои дети и внуки. Члены избирательных комиссий строго следят за соблюдением всех мер безопасности. Каждый посетитель участка показывает издалека удостоверение личности и получает индивидуальные средства защиты. Средства защиты выдаются каждому голосующему в индивидуальном пакете. В пакете находится маска, ручка, перчатки, буклет и антибактериальная салфетка. В ходе визита в Одинцовский округ Марина Юденич проинспектировала работу избирательных участков в поселке Горки-10 и побывала в знаменитом образовательном центре «Точка роста». Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».